Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «С Ольгой на шестисотках». Четвертый сюжет на тему, почему надо обрезать и формировать деревья. Вот эта вишня, она растет прямо у тротуара, поэтому ее кромсают как попал, варварски. Вот посмотрите, просто отрезают ветки. Вот так вот никогда вишню не укорачивается. Только переводом роста на боковую ветку срез делается вот тут, над веткой. Итак, вот она благодаря такой варварской обрезке приобрела такую чешевидную форму. Это неплохо, потому что дерево будет невысоким. Можно будет омолаживать скелетные ветки, потому что вишни плодоносят в основном на побегах прошлогодних, и дальше все оголяется. Поэтому у них скелетные ветки срезают, это вот обрезка, так называемое веретено. Но тут разберем чашу. Что же надо сделать, чтобы чаша была в этой вишне красивая? Итак, мы удаляем вот эти нитки слабые. Вот одну, вот тут вторую. Вот у нас пошло три скелетных ветки, три ствола. Все, что в середине, вот это все удаляется. Вот эту ветвь тоже можно удалить. То есть у нас обрезка на раскрытие кроны. Тогда серединка будет освещаться, не будет ни болезней, ни вредителей. Ну, и можно немножечко проредить, потому что здесь слишком густо. А это обязательно будет нереальный ожог. Это обязательно будет дырчатая пятнистость. Это будет обязательно коксоспороз. Поэтому прореживаем. При прореживании ветки мы обрезаем только переводом роста на боковую ветвь. То есть вот так, как можно ближе к основанию. Допустим, вот здесь можно вот это удалить, а вот это оставить. Вот так вот мы из нее сделаем. Можно было сделать просто красавицу. Но поскольку вишня не моя, я тут ничего не могу сделать. Просто снять на ней сюжет и показать, как вам обрезать, если у вас точно такая же вишня. Вот увидела, подошла с другой стороны, увидела вот тут две ветки. Вот тоже одну удаляем, вот эту верхнюю, более слабую. А вторую оставляем. Единственное, можно приподнять. Она немножко спускается вниз, потому что ей вот это мешало. И все будет у нас красиво. Пока, мои друзья.